давайте вместе. Не спит Господь, не дремлет Он, старший Израиля. Господь, храните и тень моя. Аллилуйя. Провозгласим еще. Не спит Господь, не дремлет Он, старший Израиля. Господь, храните и тень моя. Shabbat, Bar Yehuda, Uvechol.
La 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 la
добре і як гарно, що ми всі сьогодні разом зібралися, так? Амінь. Yeah.
давайте разом. Шевета хімгам яхат, хінематову манаїм. Шевета хімгам яхат. Аллилуйя. Я хочу с вами поделиться. Потерпите на мне немножко. Я недавно затеял чистить свою машину. Долго собирался там салон привести в порядок. И думаю, ну зачем платить, как бы дорого. Надо сэкономить. Купил всего, поехал, разложился. Короче, к концу дня я еле домой приехал. Вы знаете, такое впечатление было, что меня поезд переехал. Я, наверное, час стоял под душем, чтобы немножко хотя бы, то есть. Потом лег, и каждое движение мне доставляло такую боль. Просто как бы казалось, что мое тело просто оно орало на меня. Я давно такого не переживал, как бы. И я лежу, и слезы у меня заливают глаза, как бы. Я думаю, надо что-то включить, посмотреть. Включаю, и там фильм какой-то. Я запускаю фильм, и вдруг я вижу название этого фильма «Кода». «Кода» — это музыкальный термин, означает «конец произведения». Какое еще бы название вот можно было бы придумать, как бы. И вот я лежу и думаю. И знаете, пришло понимание, знаете, что для одних это как дыхание смертоносное, для нас благоухание, да, то есть Писание говорит. И что для некоторых конец, то для нас начало, для нас даже смерть приобретение. И я хотел бы, Артур, выведи там места Писания, я хотел бы. Это вот те слова, которые мне дал тогда Господь. «Итак, не оставляйте упования вашего». Это Евреям, 10 глава. «Которому предстоит великое воздаяние». И 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Аминь. И там Выше, 23, по-моему, 24 стих, да? «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». И следующий стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». О ней сейчас, родимые, будем петь. О нем, вернее. Это любовь, оставив трон небеса. Чтобы найти нас с тобой, снизошла к нам. Так велика, что смерть не сдержала ее. Горит горы и помнит она имя мое. Знаю, отдели от этой любви святой.
выше, чем облака в небесах. Она ведь шире того, что в наших мечтах. Она ведь глубже, это Божья любовь.
бы зачитать вот эту главу Коринфянам. А если найдете, ребята, выводите ее на экран. Терпит, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все переносит, всего надеется. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда что отчасти прекратится. Даже когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Когда стал мужем, то оставил младенческое, да?